Привет, друзья! С вами Национальный союз пастелистов и я, Ольга Абрамова. И сегодня в городе Плёс мы открываем выставку мел в третьей точке нашего проекта на большой широкой реке Волга. Наша выставка мел – это 77 произведений графики, которые каждый из них уникально. Это 21 художник, которые представлены в этой экспозиции. И, конечно, наше событие всегда проходит совместно с еще какими-то интересными мероприятиями в городах. И сегодня и завтра в Плёсе будут проходить пленэры от музея-заповедника Левитановского культурного центра «Арт-поводок». И также наши спонсоры NPM будут проводить пленэр в рамках своего фестиваля для творческих людей «Стихия». Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, это очень интересное мероприятие.